Привет, друзья! Меня зовут Марианила. У меня сегодня распаковка с интернет-магазина iHerb. Коробка достаточно большая. Здесь 3,5 килограмма. Она такая большая в этот раз заказ получился у нас. И сумма, в принципе, не маленькая, 8900. А позиций всего лишь 9. Здесь есть и фавориты, которые уже нам очень сильно нравятся. И есть новинки, которые я у кого-нибудь вижу на обзорах, и мне хочется их тоже попробовать. В общем, есть вот такое кусковое мыло Madre Labs. Хочу первый раз попробовать с iHerb. Говорят, оно очень сильно ароматное, очень сильно классное. В общем, вот так вот выглядит коробочка, вот так вот выглядит само мыло. Буду пробовать, потом, может быть, в каком-нибудь следующем видео по iHerb расскажу, как оно мне понравилось, не понравилось. Значит, вот это мыло стоило 219 со скидкой 208. Вот это наш фаворит, который мы постоянно заказываем на iHerb, и она нам очень сильно нравится, эта паста. Значит, это Peanut Butter and Company. Здесь 454 грамма. Значит, вот эта арахисовая паста стоила сейчас 420 рублей. Теперь у меня здесь 3 банки Salgara. Это не для нас, это моя знакомая попросила заказать с iHerb. Витамин D3 125 миллиграмм, 240 капсул здесь. Стоил он 2015 рублей. Еще у нас здесь от Salgara 2 омега-3. Но раньше я брала омега-3, и нам нужно было там взрослому человеку пить дозировку 6 капсул в день. А это мы теперь взяли омега-3. Здесь 950 миллиграмм. В общем, он называется омега-3, тройная сила. И вот здесь вот достаточно просто одной капсулы в день. И вот по поводу вот этой омега-3, именно тройная сила. Я не поленилась, специально съездила в аптеку, которая именно много торгует Salgara'ом. Ну, то есть, в общем, такими медикаментами. Нетрадиционными, скажем так. И вот именно вот эта дозировка омега-3 в аптеке стоила... В общем, там не было 100 таблеток, там была баночка 50 таблеток, и она стоила 2500. Я сейчас за стоимость 2272 взяла 100 таблеток, а там 2500 стоит 50 таблеток, то есть это даже больше, чем в 2 раза накрутка. Вот кто еще колеблется, как в аптеке покупать или на iHerb заказывать, я думаю, как бы результат понятен. Теперь еще из фаворитов, которые уже много кому я из своих знакомых рассказывала. Это вот такое вот кокосовое масло от фирмы California Gold Nutrition. Оно приходит жиденькое-жиденькое, но хочу показать, как выглядит мое. Мое стоит в холодильнике, и, соответственно, ну, я его использую, когда там собираюсь что-то печь и так далее. То есть оно вот уже в твердом варианте. Значит, здесь 473 миллилитра, в принципе, его достаточно надолго хватает, но опять же, как будете использовать, как часто будете его добавлять в еду. Кокосовое масло, вообще обычно его цена была на сайте 584 рубля, сейчас со скидкой оно стоило 555. Еще от фирмы California Gold Nutrition я решилась, и я взяла вот эти пробиотики, полную коробочку. Я, наверное, 2 заказа назад заказывала вот такой пробник. Я его показывала у себя на YouTube.
и там в пробниках было 10 капсул. Я теперь решила все-таки продолжить и сама пропью курсом. Не то чтобы у меня там какие-то проблемы с кишечником, я просто хочу в виде профилактики пропить их. И все-таки, наверное, половину упаковки я сделаю, чтобы Дима у меня пропил. Дима у меня аллергик, у нас пищевая аллергия, и как один из вариантов, чтобы справиться им с едой, которую вредной едой, ну не то чтобы мы ничего такого и не даем, пробиотики помогают принимать эту всю еду и переваривать ее. В общем, я хочу, чтобы Дима у меня тоже пропил вот этот пробиотик, значит, лактобиф. Здесь 60 капсул, стоило 730 рублей, а со скидкой сейчас на Ахёрби стоит 693. Здесь вот такие вот пластины, и в них капсулы. Повторное. Мы уже брали вот такой вот маффин. Я беру его Диме. Здесь всего 20... Нет, здесь 55 грамм. Вот так вот выглядит эта коробочка. Но мы его используем немножечко нетрадиционным способом. Я из него делаю Диме какао на молоке. Потому что какао из магазина мы не покупаем. Опять же, в силу аллергии. И, значит, маффин с пробиотиками, двойная порция шоколада, стоил 218 рублей. И теперь вот это я взяла для Сергея, для своего мужа. Это креатин. В общем, для спортсменов добавки. Вообще, обычная цена его 949. А сейчас он стоял в пробниках, и эта банка стоила 365 рублей. Для чего он нужен? Именно в дни тренировок его нужно пить, обязательно разводить либо в соке, либо в сладкой воде. В общем, креатин помогает удерживать воду в организме. Но банка такая достаточно большая. Здесь 454 грамма. Ну вот я коротко так рассказала вам про свой заказ. Сумма была большая, 8900, но здесь в основном Солгар, каждая банка Солгара стоила по 2000. Если понравилось вам видео, ставьте лайк. Если у вас есть какие-то вопросы, не стесняйтесь, пишите. Как бы все, что я знаю по Ахёрби, естественно, я постараюсь подсказать или как-то направить на что-то. Спасибо за просмотр, всем пока!